Позицію радника Офісу президента Михайла Подоляка з приводу того, що от війна при певних умовах може завершитися за той період, який він озвучив, за 3 місяці. Ну, смотрите, война заканчивается, когда одна из сторон либо не может, либо не хочет воевать. То, что Российская Федерация в течение 3 месяцев не сможет воевать, ну, в этом у меня есть определенные сомнения. А в том, что... Да, а вот в том, что те люди, которые сейчас наберут вот в этот МОП-резерв, при том желании записываться в военкоматы, которые мы наблюдаем в Российской Федерации, вот здесь, да, здесь есть определенные сомнения, что в течение ближайших 3 месяцев это желание будет, и оно будет, это ведь не только воевать, это желание убивать и умирать. И вот если желание убивать, ну, теоретически пропагандисты еще смогут поддержать, то вот желание умирать, да, в этом есть определенные сомнения, особенно если то, что сказал Подоляк, если будут заняты крупные города на востоке Украины, освобождены. Ви знаєте, ви сказали про пропаганду, а я от часто задаю це питання військовим експертам, зокрема, то чи працює ще вона, ця російська пропаганда, враховуючи ту кількість людей, росіян, які сьогодні тікають від мобілізації, і та кількість людей, яку ми бачимо на кордонах, цих відео просто маса в інтернеті, чи означає це, що пропаганда ще виправдовує себе і ті гроші, які в неї вкладають? Ну, нужно понимать, что пропаганда работает на мифах, на эмоциях. Она создает собственную отдельную картину мира, вот такую пропагандистскую, яркую, в которых люди с дивана, наблюдая на эту пропаганду, болеют за свою команду. Вот когда им говорят, что надо выйти на поле и не просто играть в футбол, грубо говоря, а участвовать в сражении, жертвовать своими жизнями, тогда включается, грубо говоря, рациональное мышление, которое у части людей, не у всех, оно пересиливает те эмоции, то желание болеть за свою команду и участвовать в войне, которое им дает боевая пропаганда. Власне, як може загалом щось працювати на росіян і той факт, який озвучений сьогодні, що влада Російської Федерації буде складати списки тих, хто покинув країну. Є там навіть геніальні ідеї передавати автівки, які вони полишали людям, які воюють, і таке інше. Ну, от такі заяви з дня в день, які з'являються, які у нас викликають абсолютно якісь дикість і нерозуміння адекватної логіки, як це може спрацювати на російський народ? Ну, опять же, все, что вызывает эмоции, оно работает на боевую пропаганду. То, что состыковывает людей с ситуацией, оно работает против пропаганды. Если те, кто слышит вот это, давайте будем конфисковывать автомобили, если они находятся перед экраном, ну, они скажут, классная идея. А если они представят себя с другой стороны, что их завтра заберут, и они по какой-то причине там не смогут, не захотят воевать, попадут в плен, либо будут скрываться от военкомата. То есть если они поставят себя на место этих людей, то, скорее всего, на них вот такая пропаганда будет действовать в обратную сторону. Що ви можете сказати про ті протестні рухи, які відбуваються в різних регіонах Російської Федерації? Наскільки великі перспективи того, що це може набрати великих обертів і потужних масштабів? Смотри, для того, чтобы протест набрал каких-то масштабов, нужна организация. Нужно, понимаете, вот эти вот навыки доверия между незнакомыми людьми. Ведь что такое протест? Это не только ваши знакомые, это люди собираются со всей страны. В России за последние 22 года общество атомизировано, организации все, которые могли бы это организовать, они разогнаны, они уничтожены, институции уничтожены. Поэтому то, что протест, ну, какие-то организационные формы наберет, в этом есть определенные сомнения. Вот. Но, понимаете, протест в атомизированной стране, в которой государство говорило своим жителям много-много лет, приучало их к тому, что они не участвуют в политической жизни, этот протест, он превращается в бунт. Бунты региональные вполне возможны, организованный протест вряд ли.